Вы купили квартиру в Железно. Что самое здесь лучшее? Ну, нравится вся квартира, но самое лучшее – это все-таки терраса. Да, согласна, терраса – это такое место встреч всех, и наше любимое место тоже. А мне всегда хотелось свой уголок природы, и терраса – это идеальное место. Сейчас, понятно, снег лежит, но летом я хочу развести такую зону с цветами. Посадить петуньи, посадить мини-ели, хвойные растения – это прям будет моя любовь. А я вообще люблю свежий воздух. Буду, наверное, тут работать летом. Возьму ноутбук, сяду за стол и буду работать. Детям тоже очень терраса понравилась. Они уже попросили на лето поставить им бассейн. Этот стол я хочу сдвинуть в ту сторону. Тут разместим бассейн. Можно даже поставить для ребенка поменьше бассейн сухой на более такую прохладную погоду, чтобы он мог гулять. А в ночное время я хочу вынести палатку и устроить поход прямо на нашей террасе. Я вообще за здоровый образ жизни, поэтому буду летом здесь заниматься спортом, приводить себя в форму. И терраса – такое место объединения нашей семьи и встречи друзей. Можно играть в настольные игры и проводить время за чашечкой чая. И, кстати, друзья даже чаще стали приходить к нам в гости. Мы уже готовимся к Новому году, принесли елку вот такую классную, поставим ее, развесим гирлянды, будет супер новогоднее настроение. Терраса, наверное, была нашей мечтой. И мы ее исполнили, и мы счастливы.